Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. Aerocool – партнер проекта Intel Challenge. Играй и побеждай с Aerocool. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. Aerocool – партнер проекта Intel Challenge. Играй и побеждай с Aerocool. Ну, в общем, в принципе, действительно правда. Играй и побеждай вместе с Aerocool. Всем еще раз доброго вечера, доброй ночи. У кого там какое время? В студии ТАФА, друзья, Киберарены. Вы смотрите прямую трансляцию матча Intel Challenge, 8 сезон, второй групповой этап. Counter-Strike 1.6, Суперкубок. И как бы последние матчи, одни из последних матчей для команд на чемпионате по интернету. Кто-то попадет в LAN, кто-то будет тренироваться перед следующим сезоном. Но только что мы с вами посмотрели первую игру между Virtus.pro и SK. Выбор Virtus.pro, The Dust 2. Такой провальчик вышел у ВП. Но верим в победу, верим в хорошую игру. Верим в Тускан, выбор команды SK. И посмотрим, что же смогут на этой карте сделать эти ребята. Долпан 0.13 лол, пишет Get Right. Что такое? Ну да, постоял тут мертвый. Такой небольшой чат между ребятами. Поорали. Нуп, нуп, нуп. Выкинь меня, пишет Дулпан. Ну, в общем, ладно. Пусть веселятся. Ждем начала игры. Ждем того, как уже последний игрок СК зайдет. 21.01 в Киеве. Плюс час в Москве. И минус час центральноевропейское время. В общем, все просто. Не хватает нам Робана, вот ждем Робана, что-то все ждут его, ждут, и пока он не возвращается. А он нам нужен. Он нам нужен, чтобы игра началась, чтобы стартовала, и чтобы мы могли посмотреть. Я думаю, вот в этот раз все-таки поинтереснее будет игра, и все будет шикарно. Ну и еще раз напомню всем, там, кто пытается мне там написаться в ВКонтакте, Твиттер, кстати, тоже TAFA.UA, контакт TAFA.UA. Ну, поймите меня правильно, я не всегда могу отвечать на все сообщения, если там долго не отвечаю, такое бывает. Когда-нибудь, в конце-то концов, я отвечу. Просто вот
по 500 сообщений в минуту, это, конечно, тяжело мной выдерживается. Ну и плюс наш чат группы Steam. У кого есть Steam, ребят, присоединяйтесь к группе cyberarena.tv и через группу заходите в чат. Если честно, по-моему, можно просто скачать Steam, зарегистрироваться, не имея никакой игры, там Steam сама по себе программа бесплатная. Можно просто попасть в нашу группу, попасть в наш чат. Если я не ошибаюсь, по-моему, сейчас уже можно такое делать. Можете мне, кстати, напомнить, в чате есть такое дело или нет. Тафа, детей давай. Ого, зашел Тафа в чат. Так. Каких детей? Так, Спартанчик сейчас будет тупо забанен вообще за всякие шняги. Тупорылая. Ты ж в группе Киберарена ТВ находишься, а не в группе каких-то тролло-ло. Заблокировать все связи. Спартанчик, прощай, дружище. С тобой было хорошо. Ну что, уже все на сервере, ребят, давайте смотреть, что у нас намечается. ВП атакуют, да, СК защищаются и пошел стандартный раунд. Двое туннель, двое на единице, один майс на нуле. Ну, Хуч, по-моему, далеко он ушел, там близко к атам. Мидл зажимает Виртуса и смотрим за продолжением. Ну, не убили, трое на единице, уже читают вроде бы СК, сейчас должны дым дать вот сюда, да, куда хакер целит гранату, куда закрывать дымом надо, да, есть дым у хакера, да дайте дым, зачем перестрелки, нет, видите, хоть суспом, дал минус, ну все, закрываться нужно, идти в коты, уже дверь готова выйти на долпана, уже выходит дверь, вот он долпан, минус долпан, минус два от фейса с хаешки, какой провал, минус от фейса, еще два хедшота суспа, о боже мой, быстрее надо быть, современный Counter-Strike, он очень быстрый. Он очень быстрый, и он, конечно, требует от игроков быстрого принятия решений. И причем оно должно быть не просто быстрое, а тимплейное и грамотное. Как бы все сложно. Ну, вот так вот произошло. Так, та включи СД. Пробовал, СД пропал. Да что ж такое? Какой этот СД плохой? Ну, давайте я еще раз зайду и попробую ребутнуть. Ну, мне эта вещь, конечно, не очень нравится. Постоянно какие-то приколы с этим СД происходят. Неприкольненько. Ну что, немножко минусов дали Виртуса. Кстати, кольт подобрали. Может быть, что-то и получится в этом эко. Но за Эвилом посмотрим. Он, кстати, с кольтом подобранным. Хакер с Фамосом подобранным. И растартанул я вот качество SD. Пробуйте нажимать кнопку Refresh. Такая штука в плеере есть. И она именно обновляет не страницу, а обновляет плеер. Во-первых, чтобы сайт не тупить. А во-вторых, ну, она работает гораздо круче. Поэтому юзайте эту штучку. У кого там подлагивает. Так, минус от форст. Ну, в принципе, да, 2-0. Ладно. В принципе, здесь три команды в этой группе спорят за два слота. Две шведские команды СК и ESC Gaming и Virtus.a. Virtus.a, ну, сами понимаете, всего 4 матча. Сейчас два проиграть. Тогда уже единственный выход, это выиграть потом две игры у ESC. Еще сегодня вечером будут играть СК и ESC. Я завтра по демке буду комментировать этот матч. И как бы, если ESC выиграют у СК, тогда шансов уже никаких не будет. Практически. Положили всех на зигзаге сейчас, и остается у нас один Эвил и Эко ВП. Подошло к своему завершению, и вот он первый оружейный раунд, первой половины, Тускан. Давайте, ребята, ну что, пора бы уже дать жару, пора бы уже проявить свои раунды. Понятно, соперник непростой, соперник, я бы сказал, очень сильный. Команда, которая одна из лучших сейчас в мире в данном времени и в данной форме. Очень быстрый сплит, 3 плюс 2. Кстати, очень грамотное решение от Хуча. Давайте посмотрим, что будет. Хорошо прокидали. Вот Гитрайт не ослеп. Как так? А почему коты? Вот котов отфлешили. Один вышел, Кибакин, двое не вышли. Мидл вышел. Но как-то мидл не напряг плент. Хуч ушел в дом, а второй игрок вот только сейчас зашел в точку. Ну... Тут надо как чипцы работать. Вот нельзя никуда уходить, нельзя никуда отрываться. Тут нужно просто бац и зажать, прихлопнуть, как муху, вот прихлопнуть с котов и мидла просто. Игроков защиты. Прищелкнуть их надо. А вот как только... Ну, понятно, почему такое получилось. Вот мидл там... У мидла были проблемы. Хуч убежал в дом. Второй игрок либо слепой, либо что-то там в мидле стоял за углом, за ящиком. А на котах произошел фейл. Двоих дальних отслепили. Передний пробежал вперед и был наказан с кольта. Ну как же ж так? Ну как так?
Вообще все правильно делали по раунду. Быстрый раунд, сплит, как бы вышли, дослежли до своих позиций, но потом просто натупили уже при отфлешивании и при гранатах. Возможно, вот этот самый сплит не стоит делать, знаете, быстро. Возможно, стоит немного там покидаться флешками, повыманивать гранаты со стороны защиты, пусть они там откидают все гранаты и потом уже спокойно отходить. Может быть и так. Может быть и так, а может быть и нет. Ладно. Правда будет известно по окончанию этой игры. Да что ж такое. Карта плохо работает. Выход сейчас будет на Б через банан, но здесь глоки, здесь гранат, девайсов особых нет. Был, по-моему, один дигл, но быстро все закончилось. 5-0. Как тяжело сейчас виртусам. Тяжело, тяжело и очень тяжело. Только такое приходит на ум. Кто мне пишет вообще? Хай, eSports Universe, ты будешь стримить 1 числа? А что это такое? Я не знаю, что это такое, мужик. КТК. I don't know. Ну что, размен, агрессивный раунд у защиты, влились в единицу. Вот здесь кибаки, ну, разменяли его. Он не успел уйти, он дал минус и остался на пятой точке. Там сжать и решил, ну, до конца плохо. Майс один против двоих. Ну что, Майс, вперед. Сейчас я посмотрю, что там будет 1 числа. У меня там тоже какое-то событие, по-моему, 1 числа может происходить. У нас зона... А, нет, зона третьего. Ага. Сейчас посмотрим. Москва-Файфер, Туспро, ФБ-гейминг, решетка. Время раунда закончил. А, нет, Форест убил уже 6-0. Еще две команды. Ну, как бы... Ну, возможно, да, если будет ХЛТВ, то буду стримить вот и Sports Universe. Почему бы и нет? Возможно, буду. Возможно, буду. С удовольствием вообще постримил бы какие-то чемпионаты. Российская заруба. Почему бы и нет? С удовольствием бы посмотрел. Спасибо, что мне сообщаете о таких вот событиях. Ну что, 6-0 пока. 6-0. ВП комбинирует. Небольшой разменчик был. Фейс уже поджимает спину, поджимает 0. Вот он уже... Вот уже ВП и зажаты на своем кусочке карты. Попал немножко в хакера Фейс. Дал... Хае отошел назад, Хуч идет по подвалу, король подвала, операция Хуч начинается. Хакер. Начать операцию Хуч. А где хакер? Хакер на единице с Кибакином. Да, они там начинают операцию на единице, начинают нападать, начинают шевелить, начинают... Надо, чтобы как... Надо Форесту, чтобы напрягли. Вот он, Форест спиной стоит. О, какой провал, Форест. Ну, выйти! Да ладно, Робан сбоку с хелпы снял, где-то с центра снял Хуча. Кибакин снимает Фореста. Минус от хакера. Плант. Робан. Два хедшота. О, боже. Как так? Минус два от Робана. Второй хедшот. Но Кибакин молодец в этом раунде. Первый раунд уходит в копилочку виртусов. Молодцы. Молодцы. ВП. Ну, раньше. Раньше быстрее. И жестче нужно быть. Окей. Ох, сейчас забаню типа еще одного. Потом просят разбанить. Ну, какие-то странные люди. Да, советую всем, кто там новым юзерам, которые вступают в нашу группу, которые заходят в чат, читать правила группы, чтобы потом не было лишних вопросов. Запретить доступ в комнату чата, все. Бупа на ВП на банане. Вот сейчас его может Майс зажать. Майс не идет. Ой, как-то долго Майс тусуется. Отфлешили. Хакер 6 хп остался. Как все быстро умирают-то в этом матче? Тафа, почему Колесников ушел? Не знаю. Я не знаю всех этих подводных раскладов, кулуарных и всяких инсайдерскую информацию. Кто кого не любит, кто кого там любит, кто кого там не уважает. Почему так, почему сяк, я не знаю, вот честно. Есть все видео, все интервью там в интернете, и как бы вы можете их посмотреть и, в принципе, понять, что произошло. По крайней мере, официальную версию этого понятно. Тафа фраги. Фраги вот такие вот, фраги. Плюс 11 у Фейса. Это говорит о многом. Минус 1, кстати, у Гитрайта по фрагам, он там не слишком хорошо пока что идет. У нас, по-моему, диглы, нет, глоки у ВП.
И они сейчас уже умирают. Хакер подобрал кольт. Хакер, а нет, со спина поджимает. 0-2. Кибакин в центре последний. Его сейчас быстренько здесь запилят. 8-1 в пользу СК Гейминг. Ну, какие-то... Знаете, вот я сегодня был уверен на 99%, что будет два смаченных матча. СК vs ПРО, что будет очень клевые игры. Что будет борьба, что будет напряг, что я буду кричать, что все будет четко. Ну, вот так вот. А почему Нави не участвует? Почему, мужик, ты как-то, как будто тебя в холодильник посадили, и ты был заморожен на полгода, и не читаешь новости. Потому что у Дани была дочка, и ребята решили, что вот как-то им будет тяжело еще играть Intel Challenge. У Дани была дочка, у Дани появилась дочка, и как бы, чтобы лишний раз, пока в таких условиях команде тяжело сейчас. У них есть, их, в принципе, можно понять. Дупан зашел в центр, Кибакина смотрит. Майс по туннелю пошел. Трое под нулем. Вот сейчас контролят зажим. Сейчас контролят зажим. Сюда уже Дупан вышел, смотрит мидл. Фейс Робан подходит. Эвил, Хуча, Хакер ждут. Вот, видимо, хотят выкрыть этот поджим и законтролить. И вот открывается... Что происходит? Почему Майс зашел до двери, открыл ее и получил там? А, это был фейк. Это был фейк, который не получился. Это должна была... Ну, я понял идею. Видите, ну, недоработано до... Не то, что до конца, просто бывает... Ты знаешь, что держит двери? Бывает, что знаешь, что там... Ее не очень хорошо держит. Ну, раунд вообще... В чем заключался раунд? Сейчас вам всем расскажу. Я думаю, многие уже поняли. Трое стояли перед нулем и не палились. То есть вот здесь вот три игрока стояли с бомбой и не палились. Они прятались. Шел игрок на котов. Видимо, закрыл себе дымом центр, чтобы спокойненько откидать, раскидать коты. Навести здесь шухеру. Открывалась бы дверь, тоже проскидала. Сюда все стянули шведы на точку А. А тут бы троица как раз бы... Поджало тех, кто жмет спину, втроем бы легко выбили и прошли на бэй, поставили бомбу. Ну, задача понятна, раунд, ну, идея неплохая, но вот видите, Майсу не повезло на двери, там дверь держали вплотную, и посмотрите, прошло уже эко, и все, все жестко. 10-1, короче, борода. Сейчас почитаю, что тут мне еще написали. Какой ближайший турнир с Нави? Ну, какой ближайший турнир с Нави? Испанский Гингюн в конце июля, 22-24 июля, Испания, Бильбао и... Жаркий чемпионат будет. Ну, плюс 9-10 без Нави, но я думаю, с FX-ами, с СК будет турнир вот здесь, вот в Киев Киберспорт-арене. Поэтому те, кто вот живет в Киеве и в Украине, близко там в Киеве, у вас есть шанс посмотреть в очередной раз на топ-команды. Да и вообще, приезжайте все, приглашаю всех, кто может приехать в Киев 9-10 числа, приезжайте. Но дождитесь официальных анонсов. Ну, очередной раунд не получается у ВП, очень хорошо защищаются шведы. Вот коты попытаются, о, уже тут Гидрайт дал жару и Хуч что-то тут думает, чтобы сделать. Ну, знаете, я недоволен. Я недоволен. Абсолютно недоволен. Вообще ничего не получается вот у Virtus.pro. Вообще ничего как-то. Вот мы смотрим и плачем. Минус от Робана. Снова все тот же поджим. Агрессивный зигзаг банан. Через раз бегают. Носятся, стреляют. Ничего сверхъестественного нету в этих СК. И божить их не стоит, вот честно могу сказать. Тут все понятно, все. Очень хорошо сейчас стреляет команда. Очень хорошо чувствует игру в защите. Вот, мне очень нравится, конечно, как СК играют вот сейчас в обороне. Молодцы. Перестраиваются там. Вот. Очень скилловые, мощные вообще ребята, конечно. Это звезды мирового киберспорта. Не только Counter-Strike, а мирового киберспорта. Посади в любую игру играть, они знают, они умеют, как, они шарят, как подготовить команду, как научиться стрелять, как быстро ворваться в игру. И как бы им все равно во что играть, по сути. Но вот как бы то, что сейчас происходит с Virtus.pro, это ни под какое описание не подходит. Ребята бегают, отдаются, что-то не получается, пробуют, отдаются. Там не получается, не попадают, еще и пинг в два раза больше. Ну, в общем, печально. Таф по кричи, может, услышит, играть начнут. Да, как бы, причем тут это, начнут они играть. Рано или поздно начнут. Ну, знаете, я так хотел, чтобы со старта, все-таки думал, что вот это вот USSR-ная костяк сейчас как даст жара. Но, видите, с первого раза не получилось. Возможно, USSR немного отдыхали. Ну, а СК
Они очень, очень сильно готовились к Дримхаку, и эта форма в любом случае за неделю никуда не делась, она осталась, и команда еще, я уверен, она, команда хочет большего. Команда хочет тоже поехать, видимо, в Бильбао, команда хочет очередной раз обыграть Нави, и это будет не просто, конечно, для них. Вообще очень смачно сейчас наблюдать такие игры, Нави, СК, М5, СК, М5 нравится, М5 вообще радует душу просто, и греют сердце. Если бы это было почаще и до конца, до финальчиков, то было бы вообще приятно. Хакер хорошо ловит Гитрайта в центре. Форест хорошо ловит Майса с диглом. Хакер ловит Робана. И тут же где-то в доме Форест. Форест 1-2. Проходит Гигл. И хакер убивает Фореста. Ну, доезжишь. 12-2. Ну, вот кто-то пишет, самый лучший момент на данный, ну, самый лучший матч на данный момент будет на АВСК. Да, он будет самый красивый. Но я уверен, что вот Гимгун будет вообще очень крутым турниром. Во-первых, туда подойдут уже в дикой форме СК. Во-вторых, я уверен, что там появится Фнатик, которые вот, ну, я не знаю, какое слово подобрать, напроигрывались, вот давайте скажем так, вот за последний месяц. 4 турнира провалено за 2 недели команды Fnatic, смена составов, вот, все равно они будут готовить, они будут злые, это тоже будет очень интересно. МТВ, которые прокляли всех уже, наверное, за эти 1.5 года, но занимали кучу вторых мест, и вечно у них были проблемы, и они, наверное, что же, уже решают, ну что ж такое происходит, пора бы уже устроить всем жару. Команда Na'Vi, ну, Na'Vi это Na'Vi, тут без комментариев, они будут играть, будут тащить. Так, смотрим, раунд получается у ВП, я уже так мало стал комментировать эту игру, последний раунд, но тут 3-2, как бы можно третий взять в атаке. Что, хелпа и респ, минус от Фореста с дома, он выходит с хелпы, жахает первого, жахает второго, убили Робана и Форест 1-2. С АВП в доме позиция ужасная, уходит Хуч на плент, уходит на плент сейчас еще его тиммейт, Кибакина подсаживают. Да ё-моё, ну что, дала флешку, Хуч стал подсаживать до конца, Кибакин ушел, сейчас по одному отстреляет. Ну зачем? 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 Ну хорошо, что Хуч поставил хедшот, зачем пошел Кибакин, во-вторых, почему он не доделал подсадку? Просто с подсадки не было вопросов, он, ну, невозможно с АВП дать нижнему и дать верхнему одновременно, то есть там... Ситуация без выхода, ну, была бы стопроцентная. Ну ладно, смена сторон 13-2, хорошо. Так вот, вернемся к Испании, еще раз, Бильбао, конец июля. Буквально через месяц все это будет дело. Ну, там все будут, вот честно. Все будут. СК. Я думаю, Virtus. Может быть, и Virtus.pro побывают. Честно, не слышал. Надеюсь, что будут там и 5. Но будут Фнатики, будут Na'Vi, будут поляки, будут датчане, будут те же самые вот Team Cooler Masters, шведы. Они тоже вот очень, я думаю, хотят набрать обороты. Им что-то не хватает, они поняли, чего им не хватает. И они тоже сейчас очень такие... Веселые ребята. Ну, понятно, будет Existence, который в очередной раз сейчас делает какое-то изменение в составе. Они сняли с Intel Challenge после DreamHack'а, и там тоже поменяли состав, и, короче, у них развал внутри команды. Ну, как вы знаете, больше топовых коллективов тяжело каких-то кого-то еще выделить. Да, там есть какие-то бразильцы в Америке, азиаты там, которые по 20 раз меняли себе что-то. Ну, в общем, кстати, раунд берется. Молодцы. Кстати, раунд берется, молодцы, хорошо сейчас отбились на Апланте, и может быть, это будет камбэк. А, и ДТСы, конечно, как ДТСы без Бильбао? ДТСы тоже должны быть, по идее, на турнире, и будем тащить, будем верить. Так, если вернуть Counter-Strike Source на арене, буду стримить. Вообще, там есть идеи по Counter-Strike Source, и есть тут идеи вообще по созданию какого-то мега-портала и... Ну, всему свое время. Я бы Source стримил с удовольствием, конечно, опыта у меня там Source не так много, но, в принципе, комментировать я бы и так смог. Что там комментировать Source? Немножечко другой Counter-Strike. Так, Зиг и фейс последний на Зиге. Все. Ох, не все, подождите. Ой-ой-ой. Вот, Паша, я согласен с твоим сообщением в чате, потому что мы видим ситуацию 3-1, и уже, ой-ой-ой, и уже бомб has been planted, и фейс 1-1. И это не первая ситуация трое против одного, бедный Митя Хуч. Что красавчик раздает, я говорю про фейса, потому что вот мы недавно определили в чате, что в каком-то фильме был чувак с ником фейс, ну вот Кибакин раздал. И фейс переводилось как красавчик, может быть, мордашка, может быть, как-то так, наверное, переводится этот ник. Ну, хорошо, отыграли, с трудом отыграли эко-раунд, взяли с трудом. 12-5, вот теперь девайсы. Или нет еще?
А, нет, еще один. Нет, берут, берут, берут. После бумплента поставили. Я вижу калаши в руках СК появляются. Ого, сейчас будет весело. Сейчас будет жарко. Сейчас будет неприятно. Наверное. Итак, трое единицы, двое ноль. Гитрайт, Долпан вообще на распе тусуется пока что. Не на ноль ушли. Заняли близко единицу. И пошли продавливать. Посмотрите, котов минус от фейса. Здесь Кибакин за углом. Включу ВХ. Два за углом. Минус один. Идет дальше. Под флешку хорошо запустили. Бигу он раздал. Форест Майс. Хорошо. Форест один. Так, души лесника. Так, смотрим. Аккуратнее нужно быть с этим парнем. Форест. Аккуратнее нужно быть с этим парнем. Сколько раз повторить, что нужно с этим парнем быть аккуратнее, ребята. О, какой хедшот Майсу. Это Форест. Привет, ребята. Говорит вам Форест. Лол, пишет Робан. Да, это действительно было лол. О май гад, пишет Хуч. Это была такая накидочка, что... Ой, еще и развел. Еще и развел. Еще и Кибакина развел немного, да? Ой, и даже не услышал флешку Кибакин. Пошел вообще в респаун. Ой-ой-ой-ой-ой. Форест так просто сыграл. Видите, Форест не может это поверить. Он проверяет плант, он ждет каких-то... Страшных действий от страшного русского игрока. Кибакин ждет, принимает респаун. Посмотрите, ну... Ну хорошо, что Форест тоже не знает вообще, что происходит. Куда он делся, он не понимает. Потому что Форест топтался на котах, Форест давал флеш на мидл, и он не верит в то, что его не услышали. Кибакин возвращается, подумал, что так, все. Тут я находился, надо вернуться. В итоге Кибакин сейчас выиграет ситуацию, сейчас еще в спину зайдет по таймингу. Я сейчас проору с этого момента. Молодец Кибакин, кстати. Смотрим. Смотрите, зашел план, ставит бомбу, и уже Кибакин его держит на прицеле. Вообще без вариантов раунд получился. Но это чудеса тайминга, чудеса вот. Чудеса просто, чудеса чудесные. Демки мувики просто. Ого. Да ездишь. 12-6. 3-0 в защите. Продолжается игра. Кибакин подарил раунд команде, надежду. И пока в ноль в защите стоят Виртуса. Молодцы. И снова бай будет. Снова будет бай. Так, что это такое? ВП мясо мне написали. О боже. Сам сядь поиграй с СК. Надень шляпу, может быть, поможет. Какая шляпа? Чемпионат мира Эйкон уже не действует, или его переименовали? Эйкон уже не действует, мужик, давно. Он просто... Он уже засыпан пылью, пеплом, и о нем уже никто не помнит. Но он так и не стал. С чемпионатом мира он в итоге все равно никогда не был. То есть там туда... В итоге на тот же Эйкон не так много топовых команд попало. Мы достали Кибакен его ник. Я так его называю Кибакен. Иногда мне просто. Я просто прусь своих старых приколов. Кибакен я там его называю, и все. Это уже мои фишки уж. Поэтому не нравится. Не буду. Да, поговорил я с чатом. 13-6. Ну вот вы видели, да? Быстренько раскидали. Смотрим дальше. 14-6. Что за люди вообще? Вот как можно звонить Тафи вот сейчас во время эфира? Вот он. Заблокировать все связи. До свидания. Почему старый состав ВП рассыпался? Видимо, потому что плохо Asus отыграли. Аркада Б. Там один Майс. Давно не ходили вообще, по-моему, на Б сейчас СК. Был там один раунд, когда... Ну, был, да, когда Кибакин его вытащил. И 2 в 4. Вот такая вот аркадка прошла. Эвил в доме дал на мосту минус. Подождите, ну там уже все. Там уже фейс с другой стороны уже контролит мост. Вот, вот, видите, какая ситуация. Ты тыщ. Какой жесткий фейс вообще. Просто два патрона накинул. 15-6. О, и 9 матчпоинтов у команды СК. Так, почему после установки твоего нового худа на твой стрим перестало показывать летящие гранаты? Не знаю, а их не показывают? Давайте проверим. Киньте кто-нибудь гранату, мужики. Да, перестало показывать летящие гранаты, действительно. Странненько. Может быть, это только на Тускане, кстати. Либо не только на Тускане.
Смотрите, Хуча уже пытаются зарезать. Бомбу поставили, уже заканчивается игра. Я думаю, да, режут. Режут из кавертусов. Ха-ха, нет, Хуча так просто не возьмешь. Ставит две башки. Я думаю, еще что-то там отпишет сейчас ребятам. Пострелял в голову. Не хочет, по-моему, Хуч брать раунд такой вот. Нет, все-таки сел. Ладно, еще поиграем. Еще поиграем. Да, ребят, сейчас еще летящие гранаты проверим. Спасибо, что мне кто-то написал. Хватает Колесникова и Фина. Это... Не, это ХЛТВ глючит, говорят. Ну, возможно, глючит ХЛТВ. Ну, были... Там действительно, там вот еще непонятно, в чем проблема. Тут, может быть, не проблема не с худом, потому что... Вот ХЛТВ Орк, ХЛТВ бывает у нас веселят. Минус 3 просто в раз от СК. Аркада не проходит. Минус 4, минус 5. ГГББ. Ну, как-то... Я немножко расстроен и чувствую себя виноватым после сегодняшней трансляции. Обещал я, что будет зарубы, что будет что-то напряженное, что будет вообще что-то супер. И... А что-то супер не получилось вообще. Два раза получили плотно Виртуса, и на этом все закончилось. Ребят, ну еще будет матч ESC, СК. Можете посмотреть его на ХЛТВ. Сейчас битву между шведами. Это, опять же, команды в этой группе ESC и СК. Они сыграют, вот ESC, по-моему, второй матч между ESC и СК. Первый матч выиграли СК. Это будет вторая игра. И после этого у нас в этой группе останутся только матчи ESC Virtus.pro, которые, наверное, и решат, кто же выйдет из группы. Потому что если сейчас СК обыграют ESC, то, в принципе, в равных условиях будут находиться и Virtus.pro, и ESC. И между ними останется две карты, и, в принципе, вот все в этих матчах и решится. Так, быстро еще посмотрю, что мне пишут. Бомбы стоящие не видно, кто-то еще добавляет. Да что ж такое? Ну... Ну, ладно, я еще с этим разберусь. Ребят, делаю стоп-старт. Сейчас занимаюсь видео плотно. Очень много матчей появится завтра утром, либо сегодня еще ночью будет появляться на Киберарене, на нашем YouTube-канале. Мне тут нужно еще очень много игр конвертировать. Кстати, сейчас скажу, будут ли какие-то интересные игры у нас с вами завтра. Я уверен, что они будут. Я уверен, что что-то есть. Но что, я сейчас вам скажу. Правый блок на Киберарена ТВ, раздел завтра. Moscow 5 Online Kingdom. Я вижу 8 по Киеву, 9 по Москве. Но там финны отлетят. А вот фраг Executor с ДТС завтра 8, вот это то, что надо. И завтра 8 Virtus.pro ESC, в 9 ESC Virtus.pro. Вот это, наверное, вот то, что мы будем смотреть. Плюс ДТС играют с Online Kingdom, Тао играют с TCM, Online Kingdom с ДТС. По-моему, уже все последние матчи будут завтра доиграны. Поэтому завтра насыщенный вечерний день, много матчей, 3-4 мы даже, может, игры посмотрим, много трансляций. Последнее сообщение. Так, не видно бомбы, гранат и лесенку. Ну, бомбы, это понятно, Тускан ее никогда не было видно, а лесенка тоже пропадает, это тоже Тускан. А вот гранаты, это, честно, я еще проверю. По-моему, тут только на Тускане, действительно. Гранаты и бомбу не видно, но бомбу не видно на Тускане. Почему гранаты, не знают. Может быть, тоже, потому что у меня кривой Тускан. Спасибо за стрим. Спасибо вам, что смотрели. Все, ребят. Вам всем спокойного, доброго вечера. Играйте, выигрывайте вместе с Киберареной ТВ. Заходите на наши стримы. Рад бывал вас всех видеть в чате, в нашем РЦ-канале. Простите, если всем не отписал. Ну, не могу. Не могу. Все, всем пока. С вами был Тафа и Киберарена ТВ.